это, но моя беседа с Александром Мене, убитым священником. Мене и тоже нигде знаю. В мире нет. Да. Вот книга, которую я только что сказал о журнале. Вот, это 300 поэтов за 300 лет, что они сказали по определенной тематике. Вот я сказал одно, между ним слово Божие. Дальше, что следующий поэт, бывает через 200 лет он пришел, конкретно о революции, о семье, о детях, о родине, по тематике конкретно. Это вот 26-я, самая уязвимая книга. Вот это вот, Новый Завет. Видите, он подарочный как сделан. Вот, Новый Завет впервые вышел с полным толкованием. Я потом надую, За 2000 лет. Первые, когда с апокалипсисом есть. И мы раскрасили лучшего иллюстратора Густава Доре 240 картин иллюстрации Библии. Вот это вот видели в библиотеке Путина. Вас подержите в руках. Когда спрашивают стоимость, вот это вот 75 евро. А вот полностью все 750, цифра 75, запомните. Да, 75. Это мы дарим вам. Ваш документ я положил сюда, это вот в данный момент вы уже хозяева. Вот спасибо. Это вот является книга ключом ко всем остальным книгам. Два священника пишут о моей как бы биографии, но там не меньшая биография. Тут написано так. Вот, вам видно, что написано? Да, да, все документы предлагаем читателю, связаны с одним человеком, Лапкиным. Но не он главный герой этой книги, главный герой – Слово Божье. Это... Золотые слова. Золотые слова. Это